Деревни и села Белгородской области. Какие они? Самобытные и современные. Они хранят историю и стремительно развиваются. Здесь особенные люди и свой неповторимый уклад и порядок. Сельский порядок. Село Бобровы дворы Губкинского округа – это хлебосольный край, где у дороги встречает гостей первый в России памятник вдове и матери солдата, где располагается старейшая в стране метеостанция, где успешно работает один из самых больших в регионе сельских центров культурного развития. Сельский порядок смотрите на канале «Мир Белогорья» в рамках проекта «Такой день» в среду, 7 марта, в 15, 18 и 20 часов.